Лаборатория гипноза представляет. Авторский исследовательский проект, раскрывающий сакральные знания, уникальные методики и учения, ведущие к свету, пробуждению и осознанности личности. Отвязка от темных энергоканалов и низковибрационных воздействий. Смотрим, слушаем, осознаем. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. При работе с клиентами в частных сеансах мы получаем иногда интересную информацию, с которой знакомим мы вас. Еще в январе в одном из сеансов мы вдруг получили информацию о возникновении коронавируса. Кто его принес в Китай, как он туда попал и как он распространялся. На самом деле мы стараемся не работать по политическим темам, и поэтому долго не решались опубликовать эту информацию. Но, видимо, такой момент пришел, и мы сейчас познакомим вас с тем, откуда же пришел этот смертельный вирус, как он появился в мире и в Китае. А также в этом видео мы расскажем о проклятии, как человек может его подхватить или наоборот не подхватить. И информацию из другого сеанса о частице темного наполнения в каждом из нас, как необходимом условии нашего существования. На самом деле информация очень интересная была даже для нас. И надеюсь, что она будет также интересна для вас. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе наших новых работ. И приятного просмотра. Удачи вам и спасибо, что вы с нами. Дальше картину показывают. Я запрос делаю на этот. Как это китайская болезнь? Коронавирус? А. Ну, в общем, показывают следующее. Лежит некоторая часть людей. Я сейчас в Китае. Лежат. Значит, страдают и мучаются те, кто... У кого слабая иммунка, на них бьет сильно. Те, кто более или менее за собой ухаживают, неделю встают и уходят домой. Статистики не ведут, вскрытий не проводят, исследования не проводятся по этой болезни. Все знают, что она уйдет. Показывают аэрозоли пластиковые, металлические. 2 или 3 монополиста, которые выпускают. Средства обихода, за этим стоят очень могущественный клан, не китайцев, это люди светлой внешности, англичане, что ли, масоны. Это большая внешнеполитическая игра. Китай нуждался в панике, он ее получил. Болезнь какая-то прозрачная, такая на вид, если видеть, как слизь тяжелая и опадающая на пол. Инертная, развивается очень плохо, рассчитывали больше, что она будет себя, этот вирус, активнее вести, испытывают какое-то, знаешь, как... Сродни разочарования, хотели более активную среду разработать. Не что-то идет не так. Всячески, кстати, распространяют поручни, показывают, и особые люди натирают. Поняла? Чтобы распространить, они натирали поручни. В транспортах там где-то. Да? Сейчас это маркеты, туннели, эскалаторы. Причем что-то резиновое на руки одето. Достаточно вот так прикрыться, натереть. Оплатили деньги
людям, которые мало зарабатывают, как не волонтеры, а как люди, которые все время подрабатывают мелкими заработками. Готовились, действительно готовились заранее. Сейчас показывают период. Времени называют пляжный курортный период прошлого года, когда много людей приезжало, уезжало в Китай. Там уже в определенной провинции высадилась первая группа, которая в костюмах химзащиты работала на офисе. Жидкость какая-то, что-то в виде стеклянных. Емкостей, да? Колбы. Большого объема. Несколько штук завезено. Даже не завезено. Доставлено с места на место. А склады наполняются. Масками, аэрозолями. Какая-то часть населения очень узко знала о том, что планируется. Все их семьи сразу вне доступа в Штатах, что ли. Но не на тот масштаб рассчитывали. Как планировали больше зачистить, но сошлись на том, что паника и страх посеян, этого достаточно. Активно нейтрализуют информацию по болезни, как-то сожалеют о том, что скоропостижно не додумали, не допланировали, не доразработали. А теперь, как в состоянии наблюдателей, информацию относят куда-то наверх, и там как бы собирают статистику. Наблюдают, ну, со стороны похоже, как экспериментальный, знаешь, такой экспериментальная база, как подопытные кролики, люди. Насколько нейтрально, спокойно, как бы, принимают информацию, но недовольны количеством зачищенного населения. Приходят к выводу о том, что знаешь, как откладывают в долгий ящик, что-то как бы предпринимают, не очень нравится, и смотрят на другую сторону земли. Но если внедрить через там пару лет, это будет очень заметно, как бы не хотят всплеска. Но свою силу знают. Проклятие, знаете, это такая энергия, она может кружиться рядом, но достигает она своей цели, если человек принял это проклятие как таковое. Проклятие, программа проклятия обнуляется от воли человека. Я говорю нет, я выражаю свой протест, проклятие. Они нейтрализуются, да? Нейтрализуются. А в последний период времени частенько мы, как высшие аспекты, сталкиваемся с тем, что люди приняли сам смысл проклятия как необратимый ход чего-то. Это не так. С проклятиями очень просто все происходит. Если человек пугается на вдохе, на страхе, принимает это, начинает над этим серьезно задумываться, то, конечно же, эта энергия включается, начинает выедать внутреннее и внешнее составляющее человека. Проклятие, как энергоудары оседают, через время аннулируются. Конечно, они тяжело даются людям, как эмоциональное тело разрушает. Но, тем не менее, если человек осознанный, с расширенным способом
с расширенным способом восприятия и понимания жизни вполне способны аннулировать его программу. Это человеческий опыт впускать и в себя темную сторону. Темная сторона в определенной доле в каждом из вас присутствует, но она прорабатывается, эта темная сторона, по желанию, наполнению человека в человеческой жизни. И если она будет прорабатывать в себе темные стороны, они гораздо быстрее поглотят свет, чем свет тьму. Понимаете, в чем дело? И если душа наполнена светом сегодня, то завтра может картина поменяться. Вот это и есть опыт души, когда человек наполняется поступками, опытом, эмоциями и всеми-всеми составляющими в жизни. Поэтому этот процесс человек в жизни волен регулировать в себе добровольно и сам. Наполнение темного, наполнение светлого. Но без темного света тоже тяжело существовать внутри души. Это нужно принять и как бы в гомеопатических дозах немного темного способствует продвижению к свету.